Итак, ВЗ приветствует вас, и это проект Zomboid. Если вы знаете такую игрушку, а я надеюсь, что вы знаете, потому что вряд ли вы будете смотреть это видео, если вы не знаете, что такое проект Zomboid. Сегодня мы с вами поиграем, ну не очень хардкорно, но так очень интересно и атмосферно. У нас стоит мод, мод называется Выжившие. Очень рекомендую этот мод. Что это за мод, вы сейчас увидите. Ну, начнем игру. Пускай это будет первая неделя, не очень все будет страшно. И уровень сложности пускай будет легкий. Все равно мы поиграем совсем чуть-чуть, и я думаю, что мы даже сегодня умрем. Дело в том, что в этой игре, когда умираешь, все, ты умер. Нет никаких сохранений. Конечно, есть способ, как сохраняться, но это такой небольшой чит. Это, если вы захотите, мы запишем с вами долгое-долгое выживание. Там я, конечно, буду делать сохранение для того, чтобы не потерять какой-то наш прогресс. Вот. А здесь мы выбираем город. Город, в котором мы появимся. Пускай это будет Вестпоинт. Я все-таки надеюсь, что мы немножко поживем в Вестпоинте, сходим на его окраину, в оружейную лавку. И возьмем там неплохие стволы. Стволы-то достать вообще можно и без оружейной лавки. Но там есть классные такие вещи, как оптический прицел, различные там приклады и прочее, которые очень сильно облегчают жизнь. Нет, я не хочу быть девушкой, я хочу быть мужчиной. И пускай меня зовут ВЗ. Да, меня зовут ВЗ. Много кто знает мой ник. Но мы назовемся ВЗ. А фамилия... Пускай у меня не будет фамилии, я буду просто ВЗ. Так, конечно же, я хочу, чтобы у меня была щетина. Волосы на груди. Я, наверное, во многих игрушках делаю себя похожим. Кожа у меня светлая, хотя, может быть, немножко смугловатая. Это прическа, цвет прически. Волосы у меня где-то такие. Цвет кожи, ну, здесь только светлый или я негр. Но я не буду негром. Вид бороды. Конечно же, полная, большая борода до пупа. Далее. Здесь мы можем выбирать все очень клево и очень классно. Ну, давайте, чтобы нам было полегче. Я буду выбирать. Значит, наверное, в прошлый раз я играл инженером. Я хотел, чтобы я мог делать бомбы. Сколько не читал документации, во всех документациях пишется, что вы можете найти журналы на бомбы. Но я их не нашел. Я так подозреваю, что их не существует в природе. То есть бомбы может делать только инженер. Все остальные ребята могут делать только коктейль Молотова. На самом деле коктейля Молотова тоже хватает частенько. Вот, но бомбы тоже вещь классная. Я хочу взять какого-нибудь товарища, полицейского, допустим, который у нас хорошо стреляет. Потому что мы будем иметь дело с мародерами. Мы будем иметь дело с организованными бандами, которые нас будут жесточайше убивать. Вот. Поэтому я взял полицейского. У меня второй уровень перезарядки. Это очень круто. Проворность. Сила приличная. Пятерочка. Ну как приличная? Это средняя на самом деле. Точность очень высокая. Фитнес. Я прекрасно быстро бегаю. Так. Что мы будем брать? Мы будем брать обязательно шустрый. Это просто для удобства. Мы будем брать везучий. Это очень хорошая вещь. Так. Еще мы будем брать... конечно же... крепкая кожа. Чтобы зомби нас... ну, не так быстро уничтожили. Они все равно поцарапают, но тем не менее... Обязательно крепкий, потому что повышен допустимый вес. Для меня это самое главное. Очень хочется таскать много на себе барахла. Организованный, повышена максимальная вместимость всех сумок. Как я уже сказал, хочется много барахла таскать. Вот, что мы еще будем брать... Ну, наверное, больше ничего мы брать не будем. Теперь это все отрицательные очки. Минус 28 очков. Нам нужно как-то уравновесить отрицательными
характеристиками своими. Ну, не любит книги. Книги мы не будем часто читать. Больной желудок, повышен шанс пищевого отравления. Просто будем стараться не есть гнилую еду. Гемофоб. Будем паниковать, когда будем лечить себя или других. Ничего страшного, попаникуем. Склонны к болезни, превращение идет быстрее. Пускай так, если мы превратимся в зомби, то мы превратимся. Через день и через, или через три, но мы превратимся. Усталый, пускай я буду усталый, пускай я буду спать часто. Каждый день буду спать, как в реальной жизни, по 6 часов. Не так уж и страшно. Вот, хороший аппетит, нужно есть более регулярно. Ничего, будем кушать, еду найдем. Высокая жажда. Тоже с водой проблем особых не будет. Вот, поэтому будем хотеть пить часто. И еще у нас осталось 2 отрицательных очка, надо каких-то взять. Близоруки, ни в коем случае. Ипохондрик, не очень хочется. Неуклюжий. Издает больше шума при движении. А, пожалуй, будем неуклюжими. Вот, очков для траты 0. То есть мы уравновесили свои положительные качества. Ну, поехали. С Богом. Настал конец времен. Кто не в курсе, настал зомби-апокалипсис. И зомби со всех сторон. Нет никакой надежды на выживание. Да, это точно. Вернее, надежда... Она не может умереть сразу. Мы будем надеяться. Это история вашей смерти. Это бесспорно. В конце этой игры я умру. По-любому умру. Итак, загрузка. У меня довольно медленный компьютер, поэтому где-то будет чуть низкий FPS. А настройки у меня не очень сильные по графике. Ну что ж, начать игру. Поехали. Угу. Мы в доме, вокруг нас люди. Это моя жена. Так, я и моя жена. Есть какие-то ребята. Выходим, смотрим. Есть люди. Этот говорит, отойди от меня. Так, это Патрик. Патрик, ты хочешь присоединиться к нам? Нет, ты не хочешь присоединиться к нам. Тут уже ходят зомби. Мы возьмем в руки. Нет, возьмем молоток пока. Так, это пол. Пол встал с нами. Прекрасно. Судя по звуку, кого-то уже поцарапали. Возможно, пола. Это вот первый зомби. Мы живем в таком прекрасном доме. Нас уже трое. У зомби есть сигареты. Зомби курил. При жизни. При своей первой жизни. Ладно, прячемся пока в дом. И разбираемся, кто мы, что мы, где мы. Нас уже трое. Первое, что сделаю, я отдам всем приказ. Следовать за мной. Follow me. Вот. Нас уже трое. Пол, жена и я. Смотрим, что у нас есть. Конечно же, тут у нас есть еда. Первым делом мы скушаем. Я мужик, я люблю мясо. Я съел ветчину. В морозилке ничего нет. Так, курсы фермерства для любителей. Ну, пока не будем таскать на себе лишнее. А вот перец возьмем. Перец, соль. Это то, что нам понадобится сразу для приготовления еды. Пистолет. К пистолету нужны патроны. Ну ладно, я возьму. Чипсы возьмем. Это такая еда, которую мы сможем таскать на себя. Ага. Хорошо. Значит, здесь у нас есть кое-какая еда. Кухонный нож. Но у меня есть пока бейсбольная бита. Чтобы бита была более опасной, наверное, в нее надо вбить гвоздей. И тогда из нее будут торчать гвозди, и это будет опасное оружие. Хотя что зомби всякие раны и царапины? Надо проламывать голову. Попьем водички из раковины. Мои ребята ходят со мной. Вот такой у нас домик. Видимо, я жил в этом домике. Тут все так хорошо, неплохо. Прекрасно. Вот. Мне нужны гвозди.
Как я могу достать гвоздик? Я могу начать разбирать мебель, чтобы достать гвоздей. Но чтобы разбирать мебель, мне необходимо иметь пилу. А пила у меня есть. А пожалуй, мы переносим пилу в наш основной инвентарь и попробуем что-нибудь разобрать. Нет, мне нужно не дверь. Вот, Lightwood Desk. Разбираем стол. А мы не можем разобрать стол. На нем стоит лампа. Снимем со стола лампу, чтобы она нам не мешала. Переставим ее, не знаю, на пол переставим. Сюда переставим. Вот. Теперь разбираем стол. Нам нужно несколько гвоздей. Один гвоздь. Маловато будет. Ну ладно. Так, кресло не разбирается. Шкафы. Прелестно. Шкаф дает много ресурсов. Он большой. Перекладываем из одного шкафа в другой все книги. А вот они нам пригодятся. Нам жарко. Хочется пить более часто. Снимем с себя свитер. Пока он нам не нужен. Будем сги... Да. Я слышал звук, как кого-то поцарапали. И подозревал, что поцарапали его. И он умер. Вот моя самая главная ошибка. Я должен был сразу посмотреть, что с его здоровьем, и перевязать его. А чем перевязать? Мне нечем. Только тряпками какими-то. Ладно, что произошло, то произошло. Он умер и тут же превратился в зомби. Ха-ха-ха. А вот у него был бинт. Не очень умно сделано, что он сам не мог перевязаться. Ну ладно. Ага, снаружи воют зомби. Я выкинул еду, и моя жена сразу ее подобрала. Она подумала, что я ей кину. Пускай у нее будет запас. А мы возьмем большую походную сумку. Это вещь нужная. Так, попробуем пока разобрать шкаф. Все-таки я хочу апгрейдить свою биту. Но тем не менее у нас только негодное дерево. Чуть-чуть мы подкачали строительство. Хорошо, у нас много стульев и прочего. Будем разбирать. Мне нужно, по-моему, 5 гвоздей. Тут даже сейчас так не написано. Возможно, это написано где-то в выживании. Даже не написано. О, привет, дружок. Поехали. Моя жена опасная. Неплохо орудует ножом. Наверное, у нее кухонный нож в руке. Возьмем обезболивающее. Из зомбака. Ух ты, у нас были разбиты какие-то грядочки. Прелестно. Так, ну что ж. Мы в таком прекрасном районе. Вокруг нас есть немножко зомбаков. Пожалуй, мы уничтожим их сразу. Ага. Рядом с нами кто-то стреляет. А, зомби идут на звук туда. Дело в том, что этот выживший может быть агрессивным, и он может стрелять и по нам. Ну, он явно не жилец. Стреляет он, судя по всему, из охотничьего ружья. Черт, часть зомби увидела нас. Ага, какой я плохой боец. Пожалуй, стоит убежать. Жена, не лезь, не лезь, не вмешивайся. Так, далеко от них мы все равно не убежим. Они будут некоторое время идти за нами, поэтому мы немножко попутаем следы. Нам не нужно, чтобы они пошли к нашему дому. Пожалуй, хорошо, что эти зомби свежезараженные, и они совсем недавно стали зомби. Поэтому они довольно медленные. Их можно немножко путать.
Но они не устают, им не нужен сон и отдых. А мне нужен сон и отдых. И моей жене тоже. Ага, парень несет толпу. У парня, судя по звукам, охотничье ружье. Или мелкокалиберная винтовка. Ну, он скоро умрет, этот парень. Пока что мы будем просто вот так вот бегать от зомби. Проверим почтовый ящик. Дадим жене команду не лезть в драку. А то она полезет в драку, ее тоже талы, гляди, поцарапают. Правило не атаковать. Так, ага, парня, по-моему, убили. Значит, наша задача отвести толпу зомби. А, нет. Это был не парень, это была девушка сбитая. Или это другая девушка сбитая, уже новая. Я чрезвычайно паникую, что неудивительно, потому что вокруг меня куча зомби. Они вот уже пытаются кушать эту девушку. Она отбивается. Ой-о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 й
Так. Ага, ну девушка явно не жилец. А что нам делать? Нам надо как-то выживать. Мы дождемся, пока ее скушают. Так, ее вроде скушали, да. А потом посмотрим, что есть в ее трупике. Так, жена, ты где? Жена за мной, она тоже паникует. Кричит, fuck, holy fucking shit. О май гад. Так. Ага, тут уже был пожар, чей-то дом сгорел. Ага, еще кто-то стреляет. Ну, конечно, тут все только началось. Есть еще выжившие. Выжившие огрызаются. Они пытаются отстреливаться. Это какое-то здание большое, возможно, школа. Будем шуметь. Аккуратненько вернемся домой. Довольно приличные толпы зомби вокруг нас. Проверим у соседа почтовый ящик. Что, может быть, он выписывает какую-то специальную литературу. Нам сейчас пригодятся знания по инженерному делу. Даже по домоводству, в конце концов. Я, например, не умею готовить пироги и печь хлеб. Вот так тебе, зомби, на, молотком. Ага, я убил его, прелестно. Антидепрессанты возьмем. Я думаю, что они нам пригодятся. Пока я не унываю, но если мой боевой дух упадет, если я впаду в депрессию, то мне придется пить антидепрессанты. Еще один пистолет. Ну что ж, пока возьмем. Все-таки это пока лишний груз. Лишний вес. Ну, пускай будет. А вдруг мы найдем патроны, и я один пистолет возьму себе, другой жене. Отдам. Вот такой у нас домик. Уже весь в крови. Труп лежит в доме. Ну, пускай пока полежит. Пару дней. Пахнуть не будет. Еда у нас есть. Пока что. Есть что кушать. Так. И нам по-прежнему нужны гвозди. Что у меня из моих характеристик? Я был полицейским. Я умею стрелять. Я довольно быстро перезаряжаю оружие. И я довольно проворный человек. Но во всем остальном я не разбираюсь. Я не разбираюсь в рыбалке, в охоте, в собирательстве. Я не владею всяким дробящим оружием, режущим оружием. И я ничего не знаю по строительству, кулинарии, фермерству, первой помощи, электрике, металлообработке. Типичный мент. Ладно. Делать нечего, будем учиться, будем читать книги, будем пытаться учиться. Ускоряем немножко время, а то так он будет долго разбирать наши столы, стулья. Зачем нам эти икеевские стулья и столы? Зомби-апокалипсис, нам это уже не надо. И вообще, я как-то очень спешу.
Мне нужно, во-первых, вокруг нас зомби. Мне нужно завесить шторы, чтобы зомби нас не увидели. Они и так нас, скорее всего, услышат и полезут в дом. Да, не на всех окнах у нас шторы. Как-то так вышло. Ну ничего, мы завесим какой-нибудь тканью. Какой тканью? Что у нас есть из ткани? У нас есть две простыни. Прекрасно. Берем две простыни. Спальня. Это одна из спален. Маленькая с односпальной кроватью. А вот большая спальня с двуспальной кроватью. Спать будем здесь. Вешаем на окошко простыню и опускаем ее. Отлично. Мы закрыли. Еще простыня у нас есть. И еще есть простыня. Часы, будильник. Текущее время 15:30. Возьмем пока часы с собой. Единственное, убедимся, что он выключен. Да, он выключен. Ха, я вставал на работу в 5:30. Понятно. Берем будильник, чтобы смотреть, сколько время. По солнцу я еще плохо ориентируюсь. Так, завешиваем все окна в доме. Первых пару дней. Вот он бегает, вот он бегает. Закрываем штору тихонько, чтобы не шуметь. Попьем водички. Я же часто буду испытывать жажду. Первых пару дней после начала этого бедлама, наверное, лучше сильно не высовываться. Подождать, пока различные агрессивные личности вдоволь настреляются, помародерствуют, отомстят своим соседям, которые им не нравились до зомби-апокалипсиса. Разные же есть люди, правильно? Какие-то люди захотят сплотиться, сделать команду, а какие-то люди захотят отомстить тем, кого они не любят. Поэтому на рожон пока лезть не будем. Итак, сколько у нас гвоздей? 4 гвоздя. Я думаю, этого мало. На всякий случай проверим правой кнопкой побитие. Пункт вбить гвозди не появился. Ну да, я думаю, там 5 гвоздей надо. Разбираем столик. Прекрасно. Кушать будем на коленках. Ничего, переживем. Все-таки зомби-апокалипсис. 2 гвоздя. Так, 6 гвоздей. Вбить гвозди в биту. Прекрасно. Все-таки бейсбольная бита. Довольно неплохое дробящее оружие. Я думаю, что оно нам пригодится. Отлично. Берем в обе руки бейсбольную биту. Она у нас новенькая. Наверное, я играл в бейсбол, как типичный американец. И такой приличный урон наносит. Так, теперь у нас появилось время посмотреть, кто моя жена была. Расскажи мне, пожалуйста, о том, какие у тебя скиллы. Ага, ты тоже умеешь стрелять из оружия. У тебя сила 6. У меня жена сильнее меня, представляете? И она даже умеет немножко владеть холодным оружием. Обалдеть. Ну да, я же охранник, у меня культ здоровья и все такое. Наверное, я себе и женщину такую же выбирал. Так, я, пожалуй, скушаю. Скушаю. Пам-пам-пам-пам-пам. Не знаю, что она говорит. Кинем ей арахисовое масло. Поешь арахисовое масло. Она взяла арахисовое масло. Отлично. Я съем макароны с сыром. Какой-то полуфабрикат такой. Тут есть. Вот. Я его съел и стал сыт. Так, окошки мы все завесили. У нас две двери, вход и выход. Хорошо, пускай будут. У этого парня была доска. Пускай эта доска пока здесь лежит. Итак, чтобы выживать, нам нужно ставить цели краткосрочные и их решать. Вот я был поставил перед собой первую цель. Вбить гвозди в биту, усовершенствовать свою биту. Я эту цель достиг. Что нам дальше делать? Ну, я думаю, первая цель на данный момент сейчас — это зачистить немножко вокруг дома. Мне не нравится,
зомби, которые вблизи моего дома, которые могут ломиться ко мне. Ага, вот я взял будильник, у меня показывается здесь время 17:10. Через несколько часов, буквально 2 часа, начнет темнеть. И настанет ночь. Ночью будем вести себя тихо, отдохнем, поспим. Тогда идем с женой немножко повоевать. Значит, я ставлю правило атаковать зомби. Только зомби. И отдаю приказ следовать за мной. Пойдем, жена. Поубиваем немножко зомби. Маленькие группки. Чтобы не встрять нам в неприятности. Не убегать от толпы. Вот так. Бейсбольная бита — это прелесть. Конечно, я ею очень слабо работаю. Но ничего. Будем качаться. Уже вот какая-то минимальная прокачечка идет. Вот уже какие-то сверчки запели. Так, ну что ж. Соседей своих я не вижу. Вижу пятна крови. Возможно, это были соседи. Значит, можно будет заглянуть к ним в дома и посмотреть, что у них есть. Какие-то продукты пускай у них пока и лежат. Вот. Пожалуй, сейчас меня больше интересуют такие вещи, как оружие, патроны, возможно, книги. Для того, чтобы я мог быстрее обучаться каким-то своим навыкам. Навыку строительства, например. Ну, конечно же, в любом случае гвозди, потому что нам надо будет баррикадироваться. Ага. Тут стоит зомби. Привет, сосед. Это был мой сосед. А это была его жена. Бумажник. Это он нам не нужен. О, ветчинка. Отлично. Будем знать, здесь есть немножко еды. Ага, кто-то уже почистил его шкафчики. И зомби забирались к ним, разбили окна. Снотворное возьмем. Оно может пригодиться. Курсы первой помощи. Ну что ж, мы все равно будем царапаться. Получать повреждения. Поэтому нам нужно знать, как обрабатывать свои раны. Возьмем книгу. Взяли книгу. Курсы первой помощи. В этом доме нет ничего ценного. Возможно, следует поискать в более крутых домах. Двухэтажных. Со вторым этажом. Там люди побогаче живут. Там, возможно, у них есть какая-нибудь кладовка с инструментом. В каких-нибудь гаражах. Какой я неумека. Или неумеха. Не могу даже размозжить череп зомби. А вот и домик со вторым этажом. Попробуем сходить в него. Ну, прежде всего нужно посмотреть вокруг дома. А вдруг здесь ходят зомби? Конечно же, ходят. И даже ходят люди. Некоторые люди агрессивны. Надо быть аккуратным. А этот вроде не агрессивен. Как тебя зовут? Грехом. Грехом. Хочешь с нами? О, Грехом хочет с нами. Прекрасно. Грехом, смотри, в нашей команде такие правила. Мы атакуем только зомби. И Грехом, как здорово, что ты следуешь моим приказанием. Я тебе говорю, следуй за мной. И вот нас уже трое. Ах, какой я неумеха. Втроем еле-еле повалили одного зомби. Ух ты, домик забаррикадированный. Ага, и судя по всему, те, кто в нем баррикадировались, умерли и теперь пытаются выбраться наружу.
Ага. В забаррикадированных домиках, наверное, должно что-то быть. Ну что, открыть ящик Пандоры? Пожалуй. Возможно, там есть патроны, оружие. Сначала мы уберем ребят, которые могут зайти к нам в спину. Ага. О, там еще кто-то ходит. Так, посмотрим, кто там ходит. Он тоже воюет. Как тебя зовут? Элис. Элис, хочешь к нам? О, Элис хочет к нам, здорово. А, так, ребята, давайте. Нас уже четверо. И мы, возможно, даже можем справиться с этими зомби, которые тут. Как хорошо, что мне попались разумные люди, которые понимают, что толпой гораздо проще выжить. Не знаю, насколько долгий будет этот союз нашей четверки. Но на первоначальном этапе довольно удобно разгребать такую толпу. Конечно, их всех надо будет прокормить. Я вот... Легкая паника у меня. Конечно, легкая паника, когда я вижу такую толпу бродячих трупов, которые пытаются меня скушать. Итак, ребятки, мы хотим посмотреть, что у нас в забаррикадированном доме. Так, на всякий случай отдаем команду следовать за мной. You're the boss. Остальные промолчали. Так, снимаем баррикаду. Берем в руки бейсбольную биту. Открываем ящик Пандоры. Ох, сколько вас здесь. Ребята, помогайте. Хорошо, что один зомби стоит тупит, а второй увлечен. Возможно, паника мешает мне сосредоточиться в проламывании черепов. Но у меня пока нет таблеток, чтобы успокоиться. Бета-адреналокаторов. Ага, ух-ух-ух, как тут весело. Пожалуй. Их тут просто толпы. Ничего. Как хорошо, что нас много. Пока я не слышал звуков царапания. Надеюсь, никого из наших не поцарапали. Так, кто-то ломится еще. А, это ломится, скорее всего, снаружи. Так, ладно, дом мы успеем осмотреть потом. Вот, привет. Привет, Андрей. Ребята, добейте его. Не стали добивать. Все-таки приказ бежать за мной более важный. Ага. Так, сделаем паузу. Итак, можно продолжать.